Привет, друзья, подписчики мои! У нас сегодня будет тест новеньких рандом лойеров. И будем крафтить их с моими обычными дисками. Я не знаю, заменить ли мне что-нибудь отсюда, или ведь у меня есть специальные коробки. Просто, камон, мне не особо нравится формат рандом лойеров. Потому что, ну, как им играть? Ну, то есть у меня там лежит гидра, но она, кстати, не до конца доделана. Богомутик вот тоже, да, из рандом лойера. Ну, вот этого я, конечно, как-то впихну в основной каст. Но... чё-то как-то не знаю. А, нет, стой, подожди. Богомутика из рандом лойера у меня нету, потому что богомутик у меня есть классический. Вот, поэтому там его нету. Ну, вот гидра лежит кастомная, ну, не знаю насчет нее. Вот. Поэтому насчет рандом лойера это такая вещь, на самом деле. Рандом бустер, да, прикольно. Там сразу волчок получаешь и играешь клево. И вот можно крафтить, можно, если появится главный из серии, можно его положить к основному касту. Если горячий металл, то можно положить его в третий сезон. Ну а вот здесь какая-то беда, на самом деле, рандом лойеры, если только покупать для них отдельные детали такаратоми, потому что я могу поставить подделку, у меня будет много гачинка, но я хочу, чтобы были такаратоми. Раньше так и было, кстати, по-моему, у меня когда рандом лойеры прислал, прислали одни ребята, я поставил китайские детальки, но мне это не понравилось, я это убрал. Хотя они у меня, в принципе, есть, может быть, поставить еще заново детальки китайские. Я не люблю. Просто вот, а покупать волчка, чтобы снимать с него до детальки, потом диск у меня будет как бы лежать, и не знаю. А заказать отдельно драйверы и диск, а вдруг они будут не оригинальные, тоже непонятно. Я бы заказал, если бы они стоили там плюс-минус рублей по 200, я бы, наверное, прям себе взял, заказал для каждого рандом лойера свой диск. Был у меня список, да, например, вот такой список бы всех драйверов, всех дисков, оригинальных картон, я бы заказал даже там по 300 рублей, хорошо, бог бы с ним, и поставил бы сюда. Но, увы, такого списка нету, можно, конечно, поискать на Алишке, но там не факт, что будет оригинал, типа как было с чипом Джен. Мне писали, что это я глупый, нифига себе глупый, я купил чип Джен за 300 рублей, на сайте было написано Такаратоми, я откуда знаю. Вот, плюс я проверил для вас, чтобы вы так не попадали. С другой стороны, чип прикольный, и, ну вот у меня теперь есть оригиналы, такой синенький есть, у меня красненький, есть черненький, прикольненький. Давайте будем крафтить уже, да, у меня два волчка есть из нового, который тройной. Вот такой у меня есть, вот такой фафнир, вот такой вот дракончик у меня есть кастомный. Я даже не знаю, как бы тут закрафтить, чтобы сделать. Даже не знаю. Давай будем, наверное, прям... А мы вот так вот сейчас сделаем. Поставим вот так вот на Пегаса. О! Прикольно, и поиграем. Вот такой Пегас с красной штукой. Против Джокера сразится. И, кстати, рандом бустера. Пегас с драйвером от Джагмен Джокера. Выиграл, но слабоват. Я думаю, еще каких-то пару битв. Ну, допустим, возьмем вот здесь фафнирчик у меня, если левосторонний. Давай-ка мы сейчас... А где эта штучка у меня от фафнирчика? Вот я ее делал, не помню куда. Куда же я засунул ее? Фафнир вот такой прикольный, красный-синий. Посмотрим, что будет с ним. Что-то я все растерял, не знаю, где у меня чё. Таких у меня, кстати, уже два. Две пупырки вот такие у меня уже. Проигрывает Фафнир, друзья. Может, и ничего, такую сборку я сделал. Может быть, и ничего. Может, и выгорит. Хорошо, давай уберем. И поставим на место. И Хочу найти... А вот, смотри, Феникс. Возьму детальки от Феникса. Ну, от этого и поставлю вот на такого Джокера лилового. Оп, годится. Так, и Баблгам. Вот такой волчок, Ашурка. Бейблейду Бёрс. Слушай, вот это вот Ашура на диске от Джокера. Отличный волчок. Проигрывает Баблгам, проигрывает. Ну, оно было и понятно, на самом деле. Давай дальше тестировать. Классный волчок я придумал, молодец я. Против, а вот такой вот гидр желтенький. Бейблейду. Бёрст. А вот гидра на наконечнике от Фафнира, ой, от Феникса, не показала себя хорошо. Нужно вернуть обратно. Вот так. Так, кого не тестировали? Еще есть зелененькая гидра вот такая. Угу. Возьмем ей вот такие детальки простые. Че бы и нет. И сразим ее против Кскалибра вот такого. Он тут есть, он должен быть у нас. О,
Рама слетела, мы ее аккуратненько изъяли. Оба, Экскалибур со своей красной пружинкой золотой выкинул за пределы ринга своего соперника. Экс. Где он? Вот он. Не знаю. Давай еще раз. Против вот Эклипсика сразим. На деталях вот Саламандр. Кстати, в новеньких рандом бустерах я вот смотрю, да? Мало деталей из 4-го сезона уникальных. То есть, по сути... Проигрывает Аполлон. По сути, у нас, ну, это все старое, это тоже старое, это вообще от Кирбеуса. Вот от Джокера был, где красный, вот. И то он был в наборе 4, остальные все волчки, кстати, со старыми драйверами, ничего в них нового нету, к сожалению. Да, а вот этот у меня, по-моему, еще чувак зелененький, я поставил этот самый сюда. Не, подожди, кто-то у меня был с ним. Это ж красный у меня китайский. Слушай, красный китайский. А где-то я делал какую-то эволюцию на канале, и я его откуда-то снял. А, наверное, с Багамута я снял и заменил. А для этого должна быть другая часть. Да, по-моему, так и было. Я с Багамута снял, эта штука была на Багамуте. У меня два волчка получается. Багамут и Гидра. Гидра золотая, Багамута, по-моему, я снял. И решил оставить. Потом мы меняли. И вот так и получилось. Понятно все. Ладно, давай соберем, скрафтим. Вот. Не знаю, прикольные. Рандом лойеры новенькие прикольные. Но, конечно, что-то в них не хватает. Прям совсем чуть-чуть. Но, тем не менее. Меня просто угнетает сейчас то, что вот куча вот этих волчков непонятных. Разные детали. Там еще в коробке детали разные. Мне не нравится. Формат рандом лойеров не прикольный. Рандом бустер прикольный. Вот. Я не помню, откуда же я... Может, я рандом лойера доложил? Не помню уже, что я делал. Хотя у меня есть ролики на канале, я могу глянуть. Да, перезагрузка Генезиса называется. Ладно, играем дальше. Против вот такого космодракона. С ужасным диском от Венома. Выбивание с ринга. Я не знаю просто, как этот рандом лойер тестировать. Ну, будем крафтить, менять. Ну, а толку с другой стороны? Не понимаю немножко я формат рандом лойеров. Вот такого сыграем. Наверное, их убрать придется, чтобы я не ямничал. Вау! Взрывным финишем разбирается с драконом. Просто уничтожил. Просто готов. Годится. Играем дальше. Мне понравилась комбинация, прикольная. Против вот этого, что ли, сыграть? Жух! Ха! Проиграл. Не знаю, друзья, вот этого хочу. Давай разберем. Рандом лойеры прикольный, но прикольный больше как для коллекции. Еще вот этого сейчас сыграю. Хочу поставить на него от Экскалибура. Оторву сейчас. Поставлю сюда. Оп, годится. Полетели. Джокер. Вперед! Вау! Добил Джокера. Слушай, ну вот Одекс классный, Одекс мне прям нравится, но опять же, где мне ему искать детали, эти придется у меня убирать, ставить что-то сюда, ну не знаю. Ладно, полетели дальше. Кого бы я еще... О, Рактоворщика вот такого сыграю, атакующего. Attack Ability System. Взрывной финиш. Надо уже, на самом деле, дособрать коллекцию 3-го сезона, оригинальную. Мне там осталось. Вот мне осталось из 3-го сезона только Бастер Экскалибур Классика. Ну и Вайс Леопард, Дед Хэддис и Эр Найт. Ну, их сложно достать, поэтому проблемки возникают. А так, новенький вот этот вот рандом лойер, в принципе, прикольный, но... Я не знаю, что с ним делать. Проблема рандом лойеров именно в том, что их... Ну, как бы... Для меня лично проблема в том, что приходится искать детальки новые. Я не могу подделку на них поставить, не хочу. Хочется, чтобы они были вот такаратоми. Прикольно, может быть, пусть лежат. Может, я соберу все рандом лойеры, отсюда соберу все, и уже спрячу. Куда-нибудь спрячу.
Надо еще будет дозаказать, у меня там два не хватает, с первого рандом лойера. Друзья, на этом все, не все, лайк, подписка на канал, с вами был лучший ведущий я, всем пока-пока, скоро ролики друзья мои, не переключайтесь, не вздумай переключаться, на канале будет выходить очень много интересного всего скоро, новиночки, и Hasbro нас скоро ждет, как раз то, что больше не радует, потому что после вот нового рандом лойера, рандом бустера и нового набора из четырех, я новинок больше пока не видел, но возможно скоро, ну и не считая, конечно... дракона нового, о котором мне все заспамили. Все, это все, подписка на канал. Всем пока.